Ирочка, ну ты у нас новый сотрудник, и ты была у нас просто инвестором, и то совершенно недавно. Скажи, пожалуйста, что-то изменилось в твоей жизни в плане твоего ощущения этого бизнеса, может быть, принятия решения до этого семинара и сейчас, после? Да, по-другому посмотрела, изменения есть. Тебе, да? Да, во мне самой. Ну, просто решение немножко по-другому решила построить. Что ты чувствовала до и что сейчас изменилось? До этого я хотела иметь пассивный доход. Сейчас я хочу работать. Угу. А что этому способствовало, Ира? Как семинар повлиял на тебя? Именно семинар. Что тебя больше всего задуло? Задело. Задуло тоже, да. Задуло тебя что? Да. Перспективы. Увидела перспективу. Понравилось? Не жалеешь, что приехала? Нет. Знаешь, у тебя сложно было вырваться по всем статьям до последнего, Ира. Я боролась за нее, она боролась за возможности поехать, за против, много взвешивалась. Ну, молодец, Ирина, у нас новый партнер из Таганрога. И я тебя поздравляю, Ира. Мне просто я тебя много лет знаю, и очень хотелось бы быть с тобой в активном, как вот раньше, в активном сотрудничестве, не только в дружбе. Хорошо, спасибо.